Не знаю, как у меня получится достать. Эту большую, маленькую достала. Тоже надрезаю, наверное. Так вот. Охота, чтобы он как и тот достался легко. И, наверное, вот так. И вот так. Все. Тоже сейчас разрежу. Просто показать. В разломе показать надо. Он не будет такой, как плавленый, да? Он сильно твердый, он тоже нет. Мы его всегда делаем. И вот так вот мы его едим. Он вкусный. Он реально нежный, вкусный. Попробуйте вот этот рецепт. Народный назову его, потому что это не мой точно. Это не определенно чей-то, это народный рецепт, деревенский.